кожна дівчинка любить добре і красиво виглядати. Перш ніж вирушити на фейшн-бранч з Ясмін, наші учасниці зможуть зануритися в атмосферу стильного салону Platinum Style, де з ними працюватимуть професіонали. Скажіть, будь ласка, про ваш салон. Яку сферу послуг ви надаєте? Ми на ринку вже 2 роки. Будемо в скорому часі праздновувати іменини. Приглашаємо вас в нашу дружну компанію, в наш яркий колектив, добрий, дружний. Интересные, разнообразные. Также мы хотим предложить нашим клиентам перечень наших услуг, в который входит визаж профессиональный, сложное окрашивание. Вы также можете прийти в наш салон, расслабиться, отдохнуть, всевозможные виды массажа, сесть к мастеру, парикмахеру, стилисту, поменять свой образ. Вы можете прийти к визажисту, если вы хотите романтический ужин провести со своим мужем, провести свадьбу, поменять новый образ. Также мастера маникюра, которые рады предложить вам широкий выбор дизайна, наращивания ногтей, также новые тенденции в обслуживании ногтевого сервиса и ногтевого искусства. Будем рады вас видеть в салоне Platinum Style. На Успенской, 14. Добро пожаловать! Процедуру в осінній період ви можете порекомендувати нашим жінкам? Позаді лето, позаді пляжний сезон. Кожа від сонця пересушена, дегідратована, повишається в результаті чувствительність, наблюдається зуд, роздраження. І наша задача її захистити від потери влаги, яка приведе к повышеному зуду, роздраженню, захистити від вредного воздействия свободних радикалів. І ми повинні підготувати її к осінньо-зимньому періоду. Кожу треба насити питательними веществами, увлажняющими факторами, щоб вона була более устойчивая к морозам, чтобы она выполняла свою защитную функцию, которая для чего она нам, в общем-то, и дана. Я бы рекомендовала женщинам обязательно приходить после активного солнца к косметологу в кабинет, чтобы мы могли провести процедуру глубокого увлажнения, чтобы женщины оставались долго молодыми и красивыми. Please don't.
зовут Ясмин. Добро пожаловать на этот Fashion Brunch. Девочки, я знаю, что вы уже ходите в школу, а я только готовлюсь. Расскажите, какие будут моменты? В школе тебя ждет очень много всего нового. Ты научишься читать, писать, заведешь новых друзей и учителей. А еще в школе можно влюбиться. Как я вижу, у тебя очень длинные волосы, тебя мальчики могут дергать за косички. Девочки, когда вы не подготовились в школе, и этот урок начался, и вы переживаете, вы что, пишете шпаргалки? Вообще по разным предметам. Например, по математике, когда я ничего не знаю, то я смотрю в книжку. А если по русскому языку, то я и так все знаю. Алина, а ты куда прячешь свои шпаргалки? Я обычно их клею на линейке или на любые школьные предметы, потому что так не особо видно. Ну а я, допустим, прячу шпаргалки под юбкой. Так никто никогда не заметит. Девочки, а как вы относитесь к школьной форме? Вот, например, в моей школе нету школьной формы, но я бы очень хотела носить такие наряды от Stephanie Kids. Наш класс предпочитает больше всего носить светлый верх и темный низ, как в некоторых школах. Мне нравится носить юбки, сарафаны, платья. You're making me hot from head to toe. I feel your flow. Vibes get stronger. Party seems longer. Makes me really want to. Don't stop moving, you're making me hot. Наш фешн-бранч завершується. Дівчата відправляються до школи. А ми шукаємо нові місця для наших зйомок.